Алло, здравствуйте. Да. Перезвоните мне позже, у меня тут с ним мэтт спидран нахуй идет, ебать. Извините, пожалуйста. Всем здравствуйте, дамы и господа. С вами обзорщик нам Батуман. И сегодня у нас будет небольшой спидранчик по игре Фанты. Вот такая вот для детей. Ну, не только для детей, как видите, здесь сидит не детина уже, а игрушка-то привлекает внимание ваше. Итак, это Фанты, игрушка несложная. Достаете карточку, такие правила, карточку, делаешь, что там выполняешь. Если ты смог выполнить действие, ты выиграешь. Чтобы пройти данную игру, нам придется выполнить все задания на данных карточках. 32 карточки. Блять, доставайся, что ты ебанутая хуйня. Да. Все достали. Всего у нас 32 карточки. Как видим, это у нас игра не просто специфика. Единорог, Фанта единорог. Такой рог ебаный, не растет. Так, мы запускаем таймер, ребят. Начинается игра. Топни 4 раза одной ноге и одной ногой одновременно хлопай в ладоши. Еще. Пока начало бодрое. Придумай танец единорога и станцуй его вместе со всеми игроками. Но я не буду, блядь, долго копаться, нахуй. Возьму просто по классике. Такой танец с единорогом тоже. А польза пойдет. Едем дальше. Быстрое начало, хорошее. Залог успешного кончала. Прыгай на одной ноге, расскажи историю о том, как ты увидел радугу. Поехали. Короче говоря, я приехал этим летом в город Москва, вышел с поезда. Был прекрасный вид из перрона, из вагона, нахуй, две красивейшие радуги в небе мерцались. Я был поражен видимому до глубины души. Едем дальше. До следующего хода изображай единорога. Не будем, блядь, замудряться, чтобы, блядь, не разъебаться, нахуй. Изобрази единорога, у которого часто меняется настроение. Едем дальше. Расскажи про единорогов на несуществующем языке. Далее. Придумай заклинание и испробуй его на одном из игроков. Авада хуявра, блядь. Попробовал. Едем дальше. У нас уже 2 минуты. Спидранчик идет. Проведи среди игроков обсуждение на тему единороги. Правда или вымысел? Обсуждать, что нахуй самим собой уже все обсужено, но я считаю, единорога не существует, потому что это какая-то хуета неведомая, ни к человеку, ни к зверю. Такого не бывает в природе, вот мое. Ты единорог, скажи о себе. Я единорог, ебать, охуенен мой рог и копыта, и мое корыто ебаное, блядь. Далее. Докажи, что ты единорог и у тебя волшебный рог. Стыдно, когда не видно, а у меня тут все видно сейчас. Если вы не видите, то вы нахуй меня сейчас обидите, люди. Для доказательства убедительное достаточно было. Придумай 5 животных, у которых есть рог. Сложное задание, заковырку буду работать по тактике. Совмещать просто двух животных, чтобы не ломать их голову. Крота, крыс, слона, пингвин, тюлени, тигр, леопарда, мышь, кота, воробей, блядь, пойдет. Далее. Придумай смешной ответ на вопрос, зачем единорогу нужен рог, чтобы, блядь, зад загонять единорогу другому. По-моему, достаточно весело. Сделай венок из подручных материалов. Под рукой у нас бумага, поэтому не башь порезал. Придумай короткий рассказ со словами «Радуга, единорог, пончик». Придумал. Рассказывать я не обязан, нахуй не указано задание такое. Придумай задание для следующего фанта. Для следующего фанта я откладываю такое задание. Короче, чтобы я мог в момент, когда выпадет карточка, говорить «Иго-го» до конца игры, нахуй не выполнял задание.
законтрить сразу заранее. Но я уже не новичок в игре. Поиграл немножко, как посмотрел перед спидранчиком все. Замри в одной позе и не шевели до следующего хода. Бля, сейчас мне ассистенция потребуется, чтобы карточку. Отлично. Проведи опрос среди игроков на тему, где живут единороги. Так, пацаны, что вы думаете по этому поводу? Мне кажется, что в волшебном лесу больше ни голосов не будет на свете. До конца игры начинай каждую фразу просто слов «Луго». Это я не выполняю хуйту, я уже, блядь, предусмотрел, да. Это сильно уходит. Гранчик. Хлопай в ладоши, расскажи, что любят есть единороги. Траву. Что делать единорог, когда слушает музыку? Покажи. Как и люди, я думал. Не отходят двери. А расскажи о том, как пользоваться волшебной палочкой. Ты просто берешь и направляешь на объект, чтобы исполнить свое желание. У меня такое пожелание. Далее. Придумай ассоциацию к слову «единорог» и покажи ее пантомимой, чтобы другие игроки наблюдали. Об этом вопрос, чтобы не терять времени. Какая ассоциация? Блять. Ассоциация единорог шел и просто разъебался по стену. Время 5:56. Ну ладно. Итак, ты единорог. Расскажи с помощью пантомимы, как бы провел свой день. Все, рассказал. Нарисуй левой рукой сказочный лес, в котором живут единороги. Так, по пасту достаем. Так, единороги, то есть надо нарисовать более чем одного, ну ладно. Но это вот, кстати, ребят, заковыркой, кто если нарисует одного, это не будет считаться прохождением. Типа животные такие, птицы, солнце светит. Отлично. Единорога можно поймать только хитростью. Придумай, как ты это сделал. Придумал. Все, можно не рассказывать. Делай вид, что крутишь для следующего хода. Это хуета, это несложное задание. Ты единорог. Придумай, какой волшебной палочкой обладает твой рог волшебной силой. Придумал. Нарисуй единорога с закрытыми глазами. Вот это сложная задачка, ребят. Многие на ней гасятся. У меня сейчас не загасит, надеюсь. Такая махина засчитана. Далее. Все игроки единороги, придумай им имена. Придумал. Далее. Единороги могут исполнять желания. Расскажи, какое желание ты бы загадал. Я бы загадал, чтобы нахуй был скандал в моих штанах. Далее. Пройдись по комнате задом наперед, поговаривая, куда это меня понесло. Куда это меня понесло? Куда это меня понесло? Далее. Покажи пантомимы, что вчера делали единороги в сказочном лесу. Все, ребята, игрушка пройдена. На это время у меня ушло 8 минут 38 секунд. Я думаю, достойный вполне результат. Учитывая, что у нас 3,32 карточки в этих понтах. Ребят, ну что ж, я предлагаю всем желающим бросать не вызов, кто сможет пройти этот быстрее. Продается магазин Чикона, ТЦ Управа, город Самара, поселок Управленческий. Если есть желание бросить нахуй вызов, приезжайте сюда, покупайте игру также и записывайте видео с вами. Подписывайтесь на канал Друн Мача, ставьте жирные пальцы без. До новых встреч с вами, люди, блядь!